я в хату. Прыжок первый. Высота 53 метра. 6 января. Так. Правую руку ко мне спинкой. Наверное. Правую руку будем держать вперед и вверх. Прыгать прямо по направлению. Когда стоит, то прыгать. Как самочувствие? Нормально. Вон бубличек мой стоит. Это кто? Доча. А так а что она не прыгает-то? А я не знаю. А кто из них? Где такой? Там совсем маленький ребенок стоит. Ей 17. Ей 17? Окей. Я сама старая. Так, ну все, подходим на самый край. Готова? Наверное. Ручки на исходную, турничок приставила? Да. Даю отсчет. 3, 2, 1, прыжок! Так. О, мама. Адреналин охрененный, честно. Самое тяжелое прыгнуть, а так клево. Смотрите на меня. Тихо, тихо, тихо. Я туточки.